Новый крутой рогалик. Бля, музычка какая качает. Поехали начинать. По визуалу мне, брата, чем-то напоминает, наверное, Айзека, да? То есть тут монстры всякие такие мерзкие. Вот это вообще на член похоже. Вот, типа... А по геймплею, да, по геймплею это... чем-то, ну, типа, вампир-лайк, типа, вампиров, да, плюс такая аренка просто закрытая, где стрелять надо самому, в отличие от автоматического этого. Насколько я понял. Выбор персонажа, рекорды, макс, пройденная сложность еще нет. Давайте начинать с самого обычного сбалансированного персонажа. Плюс 5 макс ОЗ, плюс 5 к скорости, плюс 8 сбор. Ого, мне даже дают оружие на выбор. Давайте начнем с обычного ножа, наверное, дальность... Палка. 80% криты. Восстановление, дальность, ближний бой, отталкивание 2. Плюс 4 урона за каждую палку. Давайте просто начнем с самого простого. Нож. И угроза 0. Без модификаторов, это, видимо, сложность как раз. Так. Бить все-таки самому надо, да? А, нет, он автоматом бьет. Окей. Но я так понимаю, мышкой направляться можно или нельзя. Черт его знает. Вроде не сам стреляю. Не уверен. Не знаю. Мышь не нужна, да? То есть все-таки чистый вампир-лайк, да? Окей. Уровень. Ей, у нас есть какие-то монетки. Количество материалов, не собранных вами за прошлую волну. Цены следующих 5 выпавших будет удвоено. Окей. ХП регенер... Охренеть, сколько статов. Сразу дают всю инфу, все статы. Прям как сбор. Вы получаете на 9 больше материалов и опыта в конце волны. Увеличивается на 5 при каждой активации. Понятно. Ну, прям как тоже в Айзеке. Очень важная инфа. Вы получили уровень во время волны, можете выбрать новое улучшение. Кража жизни. Стихийный урон. У меня есть кража жизни хоть какая-то? Ваши атаки с шансом 1% смогут восстановить 1 ХП. Максимум 10 в секунду. Есть режим настроек, где сам стреляешь. Mm-hmm. Игра является сыном Space Gladiators, Escaping Tartarus. Игра тех же разрабов тоже классная. Mm-hmm. Удача. Удача звучит круто. Чаще находите предметы или расходники при убийстве врагов. Также повышает редкость предметов в магазине и уровневых улучшений. Давайте начнем с удачи. Удача звучит круто. Дальше магазин. Волна 2. Мы ищем второе оружие. Оружие у нас можно 6 носить, да? Можно закрепить, купить, если не хватает. И линзы. Это предметы. А где предметы? Ага. То есть это как артефакт. Дальность сбора. Плюс 30. Блин, ну... Демоверсия или фулл игра? Это ранний доступ. Это не демка. Это ранний стримерский доступ. Но игра выходит уже завтра, так что все смогут завтра поиграть на фулл. А мы пока посмотрим. В принципе, я вряд ли пройду контент, который был в демке, то есть там много установит. Мину каждые 12 секунд, наносящий урон по площади. Блин, звучит круто, пассивный урон, это как оружие почти. Камень, урон 20, примитивная, дротик, да, дротик, дробящая. Примитивная, это если я количество предметов одинаковых соберу, точно, крит удар. Примитивная увеличит максимальное ХП, прикольно. Вообще я бы дальность сбора взял. Поехали. Вначале в экономику идем. Да, персонаж даже немножко меняется, как в этом. Как в Айзеке. На картошку всякая фигня налепили, какую-то хрень. Денежное дерево. Блин, что-то я урон получаю. Даже не замечаю как. Регенерация ОЗ плюс 2%. Вы становите 2%, видимо, ОЗ. Каждые 5 секунд максимум 50. 1% от 15, 2% от 15, это что-то как-то мало, не? Скорость атаки, удача. Мне бы оружие пора покупать. Уклонение, полностью шанс уклониться, скорее всего, да, от урона. Уклониться от атак максимум 70%. Прикольно, что все описано. Скорость атаки... Удача, блин, еще удача прикольно, но... Блин, давай еще удачу, короче. Я жадный. Во, оружие, оружие. Мишка Берсерк, плюс 5 скорости атаки, плюс 15 дальность, минус 1 броня.
получаете на 0 меньше урона. Но если его 0, то это и так нормально. Мне нужно оружие. Во, кинжал, точное, точное оружие. Нож и кинжал берем. Стакаем все в одно. Шанс 30% собрать дневной материал при убийстве врага критом. О, прикольно. Берем. Слоненок. 15% шанс при сборе материала нанести урон случайному врагу. Минус 1 стихийный урон. Критический шанс 6. 23. Отталкивающее ближнее, убивая этим оружием, вы каждый раз получаете плюс 1 к параметру процент к урону. Звучит круто. Поехали. Руби. Сколько секунд на волну? 12 еще, да? Дерево! Эх, дерево опять. Не могу убить. Байтит оно, байтит. Регенерация, стихийный урон. У меня пока его нету. Я лучше криты какие-нибудь. Скорость, броня. На 1% интересно с каждым кусочком. А, я, кстати, ХП каким-то образом восстановил, я даже не заметил. ХП реген фулл с каждым уровнем, да, вижу. Давайте попробуем броню взять, может быть. Мозг точно нужно. Думаю, скорость всегда полезна. Давайте скорость. О, два уровня. Урон в дальнем бою. У меня 0 дальних пушек, дальность плюс 15. Я милишкой бью, нужна ли мне дальность? Максимальная дальность оружия увеличена на 0, вдвое меньше для оружия ближнего боя. Чем больше дальность, тем больше для восстановления, тем дольше восстанавливается оружие ближнего боя. Бить надо дальше. Ага, понял. Есть вампирка, есть уклонение. Уклонение звучит хорошо. Лягушонок, синий предмет, первый редкий предмет, который я нашел. Дальность сбора плюс 20, плюс 10 сбор, минус 5 к уклонению. Ага, взял, блин, себе уклонение. 10 сбора звучит круто. Уголь, стихийный урон, урон в ближнем, минус 2 сбор. Блин, может уголь взять? Урон в ближнем бою, плюс 2 звучит хорошо. У меня урон, блин, тоже может быть слабенький. Огонь поджигает ближайшего врага, минус 1 за змея. Факел. Блин, давайте лягушонка возьмем. Экономика ранняя. Дед моргнул. А, стреляющий враг. Понятно. Видимо. Взял все-таки скорость недавно. Не зря все-таки скорость недавно взял. Так, ну я прям всех убиваю почти. 6 секунд. Нормально. Я знаю, что есть обновление магазин, но пока не хочу брать. Мне вроде пока и так норм. Еще больше удачи. Чаще находите редкие расходники. Давай. Электрошок, лазерная пушка, лимонад. Плюс 1 за от расходников. При убийстве врагов я же вообще не вижу пока расходники. Выглядит круто. Вот здесь я точно поменяю. Мне не нравится, что мне здесь дают. Ого. Плюс 25 к параметру скорости атаки. Действует и на оружие дальнего боя. Опасный кролик. Бесплатная замена плюс 1 раз в магазине. Медпушка шокер. Блин, может статуэтку залочить? Минус 10 скорости, правда. Но звучит очень сильно. Берем. В следующий раз копим. Ножик бери, я какой-то ножик пропустил. Не уверен. А, во, фрукт какой-то, да, что-то x2 мне дал. Выпал. Ну, хп, наверное, x2 это вроде бы деньги просто, не? Джовые враги мне не очень понравились, кстати. Уровень, ей. Ау. Блин, ну я, конечно, вложился в экономику, но с
3 пушками, а не 6, сейчас бы не сдохнуть. А вон дерево было сверху. Он, видимо, всегда появляется. Выживший. Убейте не менее 300 врагов. Блин, еще удача. Спина плюс 9 к уклонению 3 уровня. Ну, 3 надо брать. Дают, берем. Хэппи Зерк, привет. Милота, ну вообще довольно мерзко выглядит. Немножко как Айзек. Есть 4 урона в ближнем бою, но... Это демка? Нет, это ранний стримерский. Но игра уже в ранний завтра выходит. Кокинжал вора. Я, наверное, сейчас тоже возьму. Так, берем скорость атак. Атаки. Ладонь рукопашная. Берем кинжал. Точное оружие. Плюс 6 урон, минус 8 к дальности. А для меня, для милишника, дальность не так уж и важна, да? Ранение в голову. Ну, хотя, не знаю. Сбор плюс 3. Теперь стой на месте. Почему? Что руина? Что не так? В неподвижности где? Я не дочитал, да. Не дочитал. Ну, бывает. Что делаешь? Давайте рерол. 20 крон, одна броня, параметр процент, минус 2% урона при получении урона до конца волны. Нихера себе. Блин, но в целом... В целом сильно. Еще один бесплотный топор купить. Получу плюс 6 к уклонению, минус 1 к броне. Заодно узнаю, как минус параметр брони. Вы получаете на 9% больше урона. Хера себе, всего лишь единичку потерял. Сразу на 9 больше урона, жесть. Медпушка. Кража жизни 40%. Может взять? Оружие можно соединять? Да, я, кстати, что-то помню, да, вот остро видел. Но пока не буду, пока крит шанс больше. Да, есть, можно вот эти вот объединять, типа, 2 одинаковых вроде бы. Да-да-да, но пока не вижу смысл. Пускай критует чаще. Короче, возьмем все, а то мне страшно. А, эти, блин, прыгают вперед. Ага, стой на месте, конечно. Я все понял. Меня забайтили. Ау. Коробочка еще одна. Собиратель один. Какую-то ачивку сделал, не знаю. Кстати говоря, стоять рядом с минами и... Чё за коробки? Вы нашли предмет во время волны. Инъекция. Плюс 7 к урону, минус 2, макс ОЗ. Давай. О, лягушонок, еще дальность сбора, еще минус уклонение. Давай, 2 лягушонка. О, урон в ближнем бою, это мне надо. Скорость атаки, стихийный урон, кража жизни. Скорость атаки, это мне надо. Появляется больше деревьев. Стихийный урон, урон в ближнем, минус 2 сбор. Блин, вот это можно взять. В начале следующей волны у вас будет 1 ОЗ. А, типа, один раз пережить и потом получить 3 макс ОЗ. Ну, это в начале прикольно, а так? Больше деревьев, кстати, мне прикольно звучит. Если их, конечно, находить. Го, еще с рерол. 20 дальность, скорость атаки, минус 2 кражи жизни. У меня нет кражи жизни, вроде бы. Нет, чуть есть. Удача и деревья, да, да. Устанавливает турель, стреляющий пули. 6 крит удара, минус 3 к урону. Безумие надо взять, наверное. У меня криты там что-то хорошее делают. Я не помню, что. Шанс собрать материал при убийстве врага критом. Блин, ну знамя интересное. Скорость атаки, дальность. Турель, стреляющий пулями и наносящий урон. Предмет. Честно, я буду отвлекаться на эти пули, наверное, поэтому не буду брать.
Пока что можно было чело стоять на месте, но пока не появились вот эти челы, да? Дерево. 6 хп. Да, ясно. Ну, погибните первый раз. Билд говно получился. Прогресс. Старик, престиж, везунчик. Это я выбрать могу или... Или у меня новые открыли... Да, это новые эти персонажи открылись. Хорошо. F. Ну, первый забег комом. Что ж, поделаешь.